Канал «Таежная обитель» приветствует вас. Сегодня будем вместо чая пить уху. Эх, горяченькая, с перчиком. Эх, хороша. Так, когда я приготовил, солил рыбу, горбушу, с уксусом и с горчицей, и выложил видео, то многие мне написали: «Дядь Коль, покажите, как вы ее будете кушать». Но я ее почти всю скушал. А она получилась маринованная, такая не соленая, а маринованная как бы в уксусе и в горчице. Она такая получилась. С перчиком, потом я ее поперчил лучку. Но я ее приготовил вот специально, чтобы как бы разодорить ваш аппетит. Ну и показать, как я говорю, творчество, фантазию. Я сделал, я тогда голову и хвост отделял и говорил, что я сделаю уху. Я сделал уху, вот у меня уха с этой рыбы. Но я ее прилепил вот к этой картошечке. А вот маринованная, вот эта вот маринованная соленая горбуша, она у меня вот, я ее с картошкой буду есть. Я вот ее таким способом сделал. Тут у меня лучок, я говорю, я лучок очень люблю. Китайцы молодым на свадьбу обязательно дарят 2 мешка лука. Это потому что витамины, потому что полезно, потому что придает энергию и физическую, и умственную, и сексуальную. Ну, вот, 3 в 1. Ой. Ну, возьму вилку. И попробую вас подразнить. Это картошка-пюре с лучком. Ну, естественно, лук я люблю. Я лук люблю. Заедаем этой рыбкой. Вот еще маринованный красный перец горький. Откусываем. Ну, прелесть, прелесть. Конечно, некоторые сейчас напишут, надо было. Вот рыба у меня и внизу там была. Некоторые напишут, что надо было 100 грамм. Но другие напишут, дядя Коля не пьет. Я действительно не пью. И никому не советую. Даже тем, которые считают, что умеют пить. Я в этом не уверен. Замечательно. Вот она, вот такая вот рыба. Она получается как мясо, когда его готовишь на шашлык. Вот кислит и горчицей. Я много на ложку горчицы на тушку горбушу кинул. И горчица просто такой тонкий какой-то запах другой. Даже не горчицы. Но не горько. С лучком, картошечка, с рыбкой. Можно запить ухой. Душисто. Вот эту уху у нас пили вот так, с кружек. На Урале ее не называли уха. Там было почему-то свое название, щерба. Щерба. Вот где-то, наверное, еще есть такое название. Я не говорю, что это только на Урале, уральских казаков.
Ну, называли щерба. Ее пили. Супы не делали. Супы с картошкой рыбные. Я не помню. Мальчишка, я не помню. Пироги, пироги с рыбы делали. Делали пироги с судака. Судак очень вкусный. И без костей. Поэтому его ели в пирогах. О-хо-хо-хо-хо. Ну что, ребята, не буду я дразнить вас. Я потом съем вот эти вареные головы, а там хвостик с мясом. И буду запивать вот так ухой. Ну, скажу вам честно, ну, это действительно очень вкусно. Очень вкусно, оригинально так вот. И кружочек рыбки. Она у меня за счет того, что уксус и горчица, я ее не досаливаю. Она у меня малосольная. Я не люблю пересоленную, вообще еду пересоленную не люблю. У меня на этой почве часто конфликты, потому что я говорю, ну, есть пословица, недосол на столе, пересол на спине. Потому что я, ну, не ем пересоленную пищу. Ну вот, пока все. Всего вам доброго, удачи, радости, творчества, творчества, гармонии с самим собой и вот с этой пищей. Пока-пока.